Здравствуйте. Василисник деловея – это многолетнее травянистое растение, не отличающееся особой красотой. У него нет эффектной листвы и ярких соцветий, но нежность и воздушность облака цветков садоводы используют для украшения ландшафта и создания неповторимых композиций. Растение имеет вид травянистого куста и принадлежит к семейству лютиковых. Родиной считают Китай, где оно повсеместно встречается в дикой природе. Именно там впервые было обнаружено и описано аббатом Жаном Мари Делавеем. В зависимости от условий произрастания и сорта многолетник имеет высоту от 60 см до 2 метров. Корневая система ползучая, расположена в верхних слоях почвы, благодаря чему василисник быстро распространяется по поверхности, стремительно захватывая новые территории. Листва в нижней части стеблей четырежды перистая, овальной формы с черешком до 8 см, в период цветения увядает. Согласно описанию, василисник деловея формирует куст из гладких прямостоящих побегов диаметром 1,5 мм. Их цвет темно-коричневый в нижней части и бежево-зеленый в верхней. На макушке стебли раздваиваются и выбрасывают во второй половине июня рыхлые соцветия. Бутоны распускаются постепенно, тем самым обеспечивая продолжительность цветения до 2 месяцев. Василисник деловея имеет мелкие цветки, похожие на помпоны. После опыления в плодах коробочках образуются семена. Окраска лепестков зависит от сорта и имеет вариации от белого до всех оттенков сиреневого. Ну вот и все на сегодня. Если вас заинтересовало это красивое растение, то ссылка в описании. Если видео вам было интересно, то подписывайтесь на канал, оставляйте комментарий и делитесь этим роликом, так как это поможет продвижению канала. Еще вы можете перейти по ссылкам на другие платформы с нашим каналом. Ссылки в описании под роликом. Ну и спасибо за просмотр и до новых встреч!